Стробоскоп создает эффект, представьте, как если бы вы поморгали дальним светом фар в тумане. Это окончательно лишает возможности что-либо видеть, особенно эффективно для того, чтобы увеличить даже слабую концентрацию тумана. Она начинает полностью мерцать все помещение, и видимость значительно снижается. Перед глазами у человека такая, как шашечки возникают, он теряет ориентацию. При этом это безопасно.